В марте 4 знака зодиака ожидает финансовое процветание и успех. Рыбы. Первое место в этом списке занимают рыбы. Именно они получат от тигра щедрые подарки в виде денег и богатства. Для рыб март пройдет под девизом стабильности и успеха. Их ждет материальное благополучие. Денег рыбам хватит для вполне безбедной жизни, и влезать в долги им не придется. Кого-то из них ожидает рост заработной платы, кого-то продвижение по карьерной лестнице. Все это потребует от рыб массы усилий и труда. Стрелец. В марте стрельцы будут наслаждаться своим финансовым положением. Их ждут интересные предложения и проекты, которые будут прилично оплачены. Стрельцы смогут выбирать самые выгодные предложения. Им не придется экономить. Они смогут жить на широкую ногу. Козерог. В марте представителей этого знака ждет финансовый взлет. Козероги добьются успеха в карьере. Деньги будут сами плыть им в руки. От козерогов понадобится выдержка, целеустремленность и сила воли. Весь месяц пройдет у них под девизом финансового успеха и везения. Близнецы. В марте судьба щедро наградит близнецов за все их старания и труд. Их ждет финансовый рост. Близнецы воплотят в реальность свои прошлогодние проекты и получат щедрые бонусы. У них не будет никаких денежных проблем, а только процветание и успех. Близнецы смогут осуществить мечту, о которой они давно грезили. Напишите в комментариях, кто вы по знаку зодиака. Понравилось вам это видео? Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить новые интересные гороскопы. Вы были на канале Мартиника. До встречи в новых видео!